Я в этот раз для вас спою не о спецназе, а о профессии сапера мой рассказ. Железных нервах, напряжении до отказа, ведь ошибиться можно в ней всего лишь раз. О той судьбе, что часто вне повествований, о монотонных буднях, что не на показ, о людях, служащих отчизне по призванию, и часто словно ангелы, хранящих нас. И на примере одного из офицеров я покажу вам, как важна порой их роль. И от непоправимых бед каких размеров спасает их умение, опыт и контроль. Уральский парень, старший лейтенант пехоты, в объятиях лживой тишины не наших гор, всегда серьезно подходил к своей работе и был в бригаде лучший инженер-сапер. И вот однажды утром завелись машины, и запыхтела в дым, укутавшись броня. Завыли гусеницы и заныли шины, саперы впереди, у них игра своя. И на пути мобильной боевой колонны, со своей группой отработав унисон, фугас мощнейший под завязку начиненный взломал старлей и уберег весь батальон. Я спел вам про святую воинскую долю, про каждодневную смертельную игру, о тех, кто выбрал этот путь по своей воле, и как создатель в силах изменить судьбу, что нас ведет порой темным коридором, не позволяя душам вырваться на свет. И зачастую лишь благодаря саперам солдат живым встречает следующий рассвет. И зачастую лишь благодаря саперам солдат живым встречает следующий рассвет.